Так, ребят, вот это Меркурий, элонгация 23 сентября 2023 год. Немножко выдержку уберу. Даже чуть-чуть можно сказать, что есть фазу видно. Но больше дублей точно не будет. На небе уже очень светло, я с трудом сейчас нашел. Меркурий на небосводе. Лонгация, это значит, что самая сейчас резкость попробую. В самой далекой точке. Самый большой угол между Солнцем и Меркурием для наблюдателя с Земли. Ну, ребят, 150 миллионов километров от Меркурия, ну, элонгация, я так понимаю, да, то есть до Солнца 150 миллионов, значит, самый большой угол. Мне пришлось он под подсолнухи настраиваться, дабы попасть. В Меркурий. Сейчас мы поснимаем немножко Венеру, Юпитер. С ними у нас проблем не должно быть, их видно пока хорошо. Юпитер я в предыдущем дубле даже полосу умудрился заснять. Чуть-чуть было видно. Спутники. Так, ну тут надо выдержку менять. 100% уменьшаю выдержку. И резкость. Наверное, вот так отошел, чтобы не трясти своими 100 килограммами матушку Землю. Не раздражать штатив. До Венеры, я не знаю, сколько сейчас до Венеры. Наверное, 70 миллионов километров. Отдаляется этот, фаза становится все шире. Так, ну поехали. К сожалению, нет у меня сейчас доступа к нормальной аппаратуре, и поэтому даже шнура переходника нет. Приходится через SnapBridge перебрасывать файлы. А это все-таки передвигаю. Сейчас я установлю чуть иначе штатив, а вы подождите. Минутку. Зараза, ну ладно, давай. Давай вот так. Мешает ножка штатива при таком угле. Что это у нас? А, Юпитер же у нас опускается. Надо не туда его целиться, а наоборот выше брать. Ну вот, отошел. По-моему, полосы видно. Снимал в предыдущем экваториальное. Снимал в предыдущем дубле Бетельгейзе, как
Просветает даже, я вижу, и эти спутнички Галилеева. Куда ж ты делась, лапочка моя? Ну, Бетельгейзе такое. Не с моей аппаратурой, просто яркое пятно на экране, да и то. Отошел. Снимаю фотоаппаратом Nikon Coolpix P1000. 125-кратный оптический зум и плюс к нему 4-кратный цифровой. То есть в 500 раз, грубо говоря, увеличение. Это не то увеличение, что на биноклях, но в принципе дает представление. Так, ну достаточно, я думаю. Сентября 2023 год, равноденствие и элонгация Меркурия. Уже я его не вижу.